Truly. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы будем с вами играть в игру Crash Bandicoot 4. It's about time. Демо-версия. Короче, я тут проснулся и понял, что я ни разу в жизни не играл в Crash Bandicoot. Вот прям вот ни разу в жизни. И разрабы подарили мне как раз таки ключик. Я подумал, понеслась, надо играть. Раз подарили на халяву, почему бы не поиграть? Прежде чем мы начнем играть, я сразу сделаю догадочку. It's about time. Вроде бы это игра слов, да? То есть игра будет про путешествие во времени. Потому что, если дословно переводить, это про время. Но если переводить по смыслу, то получается как раз вовремя. Что же это такое? Окей, мы можем поменять с вами режим игры ретро, современное. Хорошо, пусть будет современное. Покажи выход, или Dino Dash. Давайте первое попробуем, я не знаю, что это такое. Это, наверное, просто левелы какие-то. Мы начинаем. Я знаю, что серия Crash Bandicoot очень популярна. И она очень старая серия. И мне вот интересно понять ее, прощупать ее. Так, хорошо. Мы можем бежать назад, мы можем бежать вперед. Можем прыгать. Так, что это было? Что это? Нифига себе. Итак, мы, получается, оббегаем до этих зомбарей. Так, надо нажать show time, slow time. Мы можем замедлить время. Нифига себе. Стоп. Все, я, кажется, понял, в чем сложность этой игры. Это совсем нелегко. Я думал, это будет гораздо проще. Так, спин. Мы можем крутиться еще. Стой, смотрите, вот коробочка. Мы можем ее толкать. Мы можем ее толкать? Замедлить время. Вот почему нам подсказали замедлить время. Хорошо, раз. И замедляем. Давай, давай. Не успел. Так, хорошо. Нам нужно собирать эти яблочки. Их надо 581 собрать яблоко. Сложно. Очень сложно контролировать персонажа, когда... Когда ты вот... Не знаю, я еще не играл в такие игры, если честно. А зомби можешь что ему сделать? Например, ударить его? Зомби можно бить. Сейчас, удар. Давай. Да, наконец-то. Скользко. Так, там есть коробочка, но с восклицательным, вопросительным, точнее, знаком. Не знаю, в чем прикол. Да, здесь надо не торопиться. Очень важно не торопиться. Аккуратней, Крэш. Хорошо, коробки разбиваем. Все просто. И побежали, 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 побежали. Есть. Нет. Начинаются сложности. Начинаются... О, Евгений смог. Хорошо, я понял. Тут надо время замедлить. Здесь подождать. Бегом. Все, it's okay. Смотрите, вот эта платформа сейчас упадет, и нам нужно подрасчитать прям как следует время. Время подрасчитано, Евгений смог. Нифига, так, два, один. Взорвется сейчас! Ух, вовремя среагировал. Живем, живем. Нет. Я понял. Неужели заново, пожалуйста, нет. Фух, нифига я смог. Хорошо. Чуть-чуть опускаем. Вот так. Даже не понадобилось время замедлять. Неплохо. Слушайте, прикольная игра. Стоп. Чуть не сдох об эту рыбу. Нет. Выше. Секунду. Ой, по-моему, слишком. Так. Отлично. Что это такое? Это неразбиваемые ящики, да? Кажется. Кстати, можно еще ходить вот вперед-назад на этих уровнях. Куда делась моя штука, замедляющая время? А это что значит? Бонус! Вот, она вернулась. Хорошо, бежим. Тут же сдох. И все, да? И все. Нет, я хочу еще раз пройти бонус. Я просто не среагировал. Коробки-то были зеленые, казалось, что-то хорошее. Что? Видите, мы можем слэп такой сделать прям. Как в рестлинге. Ладненько. Бежим. Все. It's okay. Нужно замедлить время. Так. И давай. Нет, тут надо двойной дабл джамп замутить. Есть. Здесь как быть? Блин. Что-то продолжается. Какой сложный. Сложный левел, сложная игра. Ладно, давайте последний раз попробуем. Аккуратней, бьем. Да чтоб тебя. Зачем я нажал эту кнопку? Блин, как сложно. Да что за игра? Я не думал, что она будет такая бомбящая. Аккуратней, аккуратней. Вот, ну наконец-то. Стоп.
Да зачем я это нажал? Мы автоматически отпружиниваем от коробок. Бьем. Нет! Еще и подорвался. Все, я не знаю, сложно. Дальше. Дальше. Это пока только демо-версия. Евгений, тебе не обязательно проходить все. О, с ним, кажется, будет проблема, да? Нет, легко оказалось. Кстати, да, помню, что сейчас мы не можем время замедлять. В нас, кажется, что-то летит? Нет? Нет. Вот, снова время можем замедлять. Куда теперь, чего, как? А, нифига. Ну, кажется, я сдох. Фу, сложно. Оп, есть. Давай. Охренеть. Давай, Крэш. Нормально прошел. Все-таки я могу. Здесь тоже нам надо будет замедлить. Ага, я вижу потрескавшиеся льдины. Это нам не нужно. Окей. А может, не надо замедлять? О, стой. Да чтоб ты. Все, остановись, мать твою. Я смог. Что здесь у нас? Бонусы. Смотри, сколько я собрал яблок сразу. И сдох. Что такое? Кстати, он прям вот, как только я перестаю жать вперед, он тут же... Меня сломали. Здесь не мешкаем. Мешкаем. Крутимся. Хорош. Фух, повезло. Я так понимаю, нам... Там пингвин замерз. Ладно, это его проблема. Нам аккуратненько вот сюда. Осторожно. Осторожно. Боже. Фух. Что это значит? Это буст яблочный. Сюда, что ли? Давай. Ладно. Кажется, можется. Есть. А, вот оно как. А зачем мне это? Зачем мне это? Ага, чтобы достать те яблоки. Есть, наконец-таки, боже ж мой. Ладно. Здесь мы просто замедляем, бьем. Нет. Просто вынесли его. Окей, можем? Осторожней, осторожней. Так, так, так. Фу. Пробуем. Я не знаю, что от меня... Что он от меня хочет здесь? Ну-ка, мы можем туда забраться? Значит, вон же там несколько уровней этих сосулек, поэтому... Давайте лучше в ту сторону. Кажется, я опять запрыгнулся. Да боже ж мой. Давай, Крэш. Давай, Евгений. Ты сможешь. Но не в этот раз. Сейчас мы не прыгаем. Чуть-чуть попозже надо включать таймер. Оп, вот как-то так. Просто спускаемся. Ага. Все. Хорош. Теперь надо забрать ту коробочку. Надо ее забрать. Нет, это нереал. Я не смогу. Я не буду. Мне это слишком тяжело удалось. Пробуем. Так, неплохо. Неплохо. Неплохо! Есть! Мне показалось, ли какая-то торжественная музыка заиграла. Прям на секунду, специально для меня. Блин, они постоянно меняют перспективу. Но это будет супер сложно. Ой-ой-ой. Нет, вроде бы окей. Стой, здесь надо быть очень осторожным. 3, 2, 1, не взрывайся на меня тут. Блин, как трудно это все. Это выглядит очень страшно. А, падает! Стой! Нет! О, прикольно. Прикольно, что у меня получается. О, нет, снова эта штука исчезла. Я даже не успеваю обратить на это внимание. Так, зомби-рыжий-ирландец, да, какой-то стоит. Рыжий зомби-ирландец или он просто пьяный? Я не знаю сюжет этой игры. Аккуратнее, этот крошится, этот нет. Этот поджарит тебя. Осторожнее, этот скользкий. Да чтоб тебя. Так хорошо шел. Я уже наловчился. Сюда, сюда, сюда. Сдох. Я сдох. Блин, это очень жестокая игра. Они скрывают свою жестокость под мультяшной графикой. Вот. Странно, что тогда не сработало. Я же тоже ударил. В какую мне сторону надо? Вот сюда. Ой, блинушки. Стоп, сюда. Чертов, я не заметил динамит. Все заново. Не пойду я туда, сдохну нафиг. Да. Вот, лучше возьмем отсюда кучу яблок. Смотрите, секретик. 4 яблока. Мы собрали 171. И мы, кстати, еще даже не прошли левел.
Окей, здесь опасно. О! Мне не нравится этот... Это динамит. Аккуратнее здесь, тоже не надо ничего делать опасненького такого. Фух, живы. Ладно, кажется, мы все. Мы все? Мы все! Или нет? Он сделал сыпач. Молодец. Нет, нет, да, пойдем сюда. Я не буду повторять это. Мы прошли нормально. Как можно было там собрать так много яблок? Я очень много собрал, но... Все равно это даже наполовину не дотягивало. Итак, хорошо. Snow Way. А, это Snow Way Out. Тут везде у нас получается игра слов. Хорошо, давайте Dino Dash посмотрим. Слышите это? Мы в джунглях. Да? Да. Огромные жуки какие-то. В чем прикол Крэша? Что он делает? Он просто бегает по свету и собирает яблоки? Да, походу, это его фишка. Кстати, мы даже можем просто ходить еще, оказывается. Кстати, что еще он может делать? Вот так вот ползти. Кстати, это тоже очень важная штука. Почему нам про нее не сказали? Интересно, а здесь у нас будет связанное со временем что-то или нет? Ой, ё-ма-ма-ма. И сдох. Забавно, что Крэш сразу в рай отправляется. Кто знает, кто знает. Я бы не стал так судить поспешно. Убивать жуков тоже мы можем. О, нет. О, аккуратней. Все, свали растение. Что это? А, это динозавры. Прикольно, что он реагирует на то, что я встал. Видите, такой, оп, что за... Все, подохни, растение. Да чтоб тебе, это же взрывная. Все, мы здесь не бьем зеленую коробочку. Нет, стоп, не подходи. Не подходи. Так, здесь нужно быть очень осторожным. Сейчас жук в ту сторону отлетит. Побежали. Е-е-е. Здесь надо, мне кажется, лучше, наверное, сверху прыгнуть, да? Так. Вот. Оу. Та коробочка тоже сломалась. Как-то это плохо. Все, сразу сняли. Сразу сняли двоих. Осторожней. Слушай, кажется... Оно вернулось! А нет, смотрите, здесь что-то другое. Это из альтернативных реальностей, да, видимо, мы видим. Мы, видимо, видим, да. Воу, здесь надо очень осторожно. А, нифига. Ох, как прикольно. О, это прикольно. А что за грибочки дают? Они, видите, тоже исчезают. Или это просто так, антураж? Я сдох. Как это так? Куда я там упал? Ладно, давай, аккуратненько. Поехали. Осторожней. Меняем. Меняем. Слушайте, блин. О стольких вещах нужно думать одновременно. Окей, здесь все просто. Мы это 100 раз уже делали. Сможем 101-й раз. Прыгаем. Хорошо, прыжок. Есть. Вау. А, не то, не то. Все 3 пропустил. Занервничал. Мне что-то как-то напрягло. Это там динозаврик какой-то страшный был. Это был чекпоинт, смотрите. Что это? Что это? О, а! Нет, это дурманище гриб. С ним надо быть аккуратней. Неужели за нами сейчас будет бежать динозавр? О, поход... Блин! Ой, какой он крутой. Не собрал. Ну не собрал. О, жесть! Пока получается. Черт. Черт. Я что, на хардкоре, что ли, играю? Черт. Фу, смог. Пожалуйста, спасите меня. Он сдох, интересно, я надеюсь. Смотрите, вот это, наверх. Эту коробку можно сломать? Ее можно сломать и таким образом запороть себе все плюшечки. Этого делать не надо. Тихо, давай прыгать. А это что такое? Чекпоинт, это коробка чекпоинта. Зачем я это делаю? Оп, осторожней. Я спешу. Ну такую игру прикольно проходить, знаете, так залпом. Ты такой бежишь. Ладно, вроде очень просто. Смотрите, я даже смог. Чекпоинт. И куча яблок. Ага, все, я понял, как это делается. Такого нам еще даже... Нам даже это не объясняют, прикинь. Что здесь?
Вот это прикольно. А, нет, снова ты. Я думал, ты умер. Нет, грибы. Не заметил их. Все окей. А, нет. Нет, 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 нет. Давай еще раз. Ты можешь? Ты можешь? Пофигу. Парочку яблочек не взял. Ой, случайно нажал, случайно выиграл. И случайно сдох потом. Так. Случайно достаточно далеко уже от него убежал. Фак. Ми. Не иди по головам этих милых динозавров. Это неприлично. Я смог. Стой, стой, стой. Не разбить. Пошел назад такой недовольный. Ну все. Чекпоинт. Погодите. Эту коробку тоже надо разбить. Дабы яблочко получить лишнее. Пока что мне нравится этот левел больше. Он какой-то более такой динамичный, что ли. И тут много всякого прикольного происходит. Всякие эти лавы. А, нет, упадет, да? А как мне... О, ни хрена себе. Ни хрена себе. Ща куча яблок Евгений наберет. Вот это опасно. О, изобилие. А, я так понимаю, это нужно вот таким образом сделать. Да. Нет, опять ты, нет. Не то, я замешкался. Все, окей, бежим. Видели, там уже был его след. Интересно, он, получается, по этой дороге уже за кем-то гнался. Осторожней, осторожней. О май гад. Фух, блин. Вот сейчас я вообще времени потерял. Супер, 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 супер. А, что это? Что это за коробочка? А, не знаю, что она делает. Что-то важное. Мы прошли! Мы смогли это сделать. Окей, хорошо. Он сделал селфи. Самый интересный фана пропустил и сфоткался на фоне просто костей. Нафиг надо было. Я бы сфоткался, если там тираннозавр сзади бежал бы. Давайте попробуем просто посмотреть, как игра будет выглядеть в ретро-режиме. Окей. И что такое No Way Out Cortex Timeline? То же самое. А, тут какой-то чувак. Мы каким-то другим чуваком играем. А для чего это? А, вот он-то как раз-таки в ад, но почему-то все равно наверх. А, мы, получается, должны хоп, ускориться. Короче, это злодей. Это злодей в этой игре. Видите, он стреляет, убивает птиц. Он превращает их в льды? Он в платформы их превращает. Игра окончена. Окей, хорошо. Игра окончена, как скажешь. Такая, значит, прикольная игра, чтобы просто расслабленно на диване сидеть и убивать время. И вы, кстати, уже можете поиграть в эту демку. Она доступна всем, кто сделает предзаказ игры. Если вам зашла игра и зашло мое прохождение по ней, и вы хотите поиграть со мной, когда она вы, то... Обязательно дайте мне об этом знать. Ставьте лайки, пишите комменты. Не знаю, как еще. Вычислите мой адрес, придите ко мне, постучитесь в дом и скажите: Жрек, играй в эту игру, продолжай. Короче, как-нибудь дайте мне знать. Если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и становитесь в доску своими. А также зацените кучу других плейлистов с другими играми, которые я играл. Все ссылки будут в описании под видео. И также будут ссылки на соцсети, которые я юзаю. А также на мой новый телеграм-канал. Нас там уже почти 20 тысяч человек. Давайте доберем до 20, а лучше... И да побольше. Чем нас больше, тем нас лучше. Короче, всем спасибо. С вами был Юджин. И всем пять.